Всем привет, сейчас докатимся до парка. Но сначала нужно будет протереть глазки. Сейчас, снегом. Он немножко ветрено сегодня. Сейчас время уже позднее. Заезд 23:33. Спокойно докатимся. Народу, думаю, уже особо не будет. Так, а то фары уже вон заляпало. Толком не светили. А, другое дело. Ладно, сейчас поедем. Ну, там уже пару человек есть. Пока стоял. Всем добрый путь. И что, неужели не к нам? Кому ж еще-то тогда? Автобусов все равно уже не будет. Вон вроде идут. Дорога здесь, правда, совсем неровная. Ну, я уже говорил, дорога здесь в целом беда, хоть район и новый. Эти люки одни с чего стоят. Ну, тут никого, понятное дело. Да, конечно, сегодня немного все-таки подустал. Пересменка была в 13:08, заканчиваю 23:33. И это при том, что новая машина. Да и на самом деле это дело не в машине. Непосредственное управление машиной не утомляет. А вот дорога, это все внимание, анализ ситуации и все остальное. Да. Факторов много, пока не хочу об этом много говорить. Улица, бульвар Зодчего Петра Егорова. Здесь тоже никого. Я, конечно, интересовался названиями этих остановок, улиц и бульваров, но пока не готов озвучивать потом как-нибудь. А пока поедем дальше. Заряд уже вон 75%. Потом на маш-техниками поставлю. Улица Тани Юн. Здесь видно, что даже никто особо не заезжал. Вон следы только легковой машины. Здесь никого и нет. В ту сторону еще изредка бывает народ. Выходят. А здесь тут месяца три точно никого не было. При мне. Думаю, видно, да там эта трещина пошла все-таки на лобовом стекле.
Завтра техосмотр, там решат, что делать. Ну, хотя вариантов немного, всего два. Менять или сейчас, или чуть позже. И всем. Особенно здесь люки меня не радуют. Я лучше сейчас пока свободно поеду по левой полосе. По правой просто невозможно нормально. Машину жалко. Вон сейчас освещение перешло на ночной режим. Думаю, заметили. Есть у нас такая фишка. Еще один за мной, 14-й, завершающий. 965-й. Так, улица Асламаса. Здесь, конечно же, тоже никого. Пока что по времени. Блин, не вижу. А, вон. Через 4 минуты. Точнее, даже 3 на конечке. Марштехнику. Блин, неудачно очень поставили. Можно идти и въехать боком. Пешеходный переход и как раз не освещен. Причем нерегулируемый и без освещения. Нормально? Нечего тут стоять уже. Ну, тут хотя бы немного режим работы светофоров изменили. Сейчас потом покажу. Цифры пропали, а красный все еще горит. Днем такого не было. Обзор налево не очень, да? Есть такая фигня. На остановке никого. Значит, проезжаем и ставим штанги. Секунду. Как ветрено.
веревка подзамерзла. Так, надеюсь, камера сейчас не сильно испортилась. Поехали дальше. Теперь уже в депо. В салоне там 2 человека. Стрелка, поехали, все. Она как метет. Насчет этого светофора и вообще перекрестка. Наконец-то вернули, скажем так, стрелку направо. Ну, и эта полоса крайне правая. Только направо. А хорошо. А то я ж думал, он собирается прямо ехать. А, давай. Ну, вроде ничего так. Поехали. Не спеша, вальяжно. Конечно, лежащих полицейских очень много на этой улице. Но надо сказать, и случаев наезда на пешеходов здесь немало бывало. Так что да, неспроста они здесь. Чакова. Ну, народу ожидать уже не стоит. Время уже вон 11. Даже больше.
30, ну и больше и не нужно. К сожалению. Эта дверь излишне шумит. Обычно, если ее так открыть и закрыть, помогает. Художественная школа. Следующая, 46-я школа. Пожалуй, я все-таки проеду. Ну, вообще, так тоже здорово неспешно ехать, а то днем, когда машин много и вообще нервов много, а сейчас спокойно, считай отдых. Улица Пролетарская. Сейчас там на следующем светофоре еще 20 секунд красного. Но стоять тут нечего, конечно. Прям очень неровно в этом месте. Тут немного посередке стоит ехать, а то опять же он неровно. И вот там были планы на следующий год по ремонту улиц. И этой улицы, Ленинского комсомола, в списке не было. Хотя другие улицы, которые менее нуждались в ремонте, есть. Что за дела? Универсам Звездный. До недавнего времени он еще существовал, а сейчас там вон пятерочки всякие и тому подобные. Так, время. Ой, зараза, на 4 минуты раньше приехал. Нормально, нет? И это я не на своей спешке. Ладно, пока еще поеду. Потом там постою, все равно никого не будет. Так
такой вот вояж неспешный получается. И, видимо, все равно недостаточно неспешный. Ленинского комсомола остановка, и может быть здесь даже, хотя нет, только выходит. И чего ждали? Так, кондуктор сказал, что до вокзала едем. Блин, кто это? А, это ладно, 18-й сзади. Народ-то остался, нет? А, видимо, нет. Ну и хорошо, зато можно будет спокойно, без угрызений совести, постоять как потом. Ветер задувает. Да, сегодня вообще обещали что-то вроде метели. Правда, вот снега-то особо и нет, а ветер, да, не слабый. Стрелка налево. Проехали. Сейчас 85% заряда. Надеюсь, успеете зарядиться до депо, до заезда. Хотя там еще постоим, ну, в депо еще постоит. Так что да, нормально. А то со всеми этими печками довольно долго заряжается. Есть такое. Так, это у нас новый автовокзал, следующая таможня, а вот на проспекте Ивана Яковлева я постою немножко. Сходная стрелка была.
кольце. Видно вам, нет? Служебный троллейбус выезжает. Ну, развозка. Так-то он обычный, линейный, днем работает по маршруту. Здесь постоим. Первый маршрут, номер 880. Ладно, потихоньку. Вроде града, ну конечно не град, такие крупинки снега. Так, эту входную стрелку там, за перекрестком, нужно проезжать только по этой, по средней полосе. Ну, не средней, по второй, в общем, от с правой стороны. Так как можно запросто вырвать башмак. Было у меня такое. Просто эта стрелка, она как, ну, скажем так, привыкла, что ее проезжают по этой полосе. Износ там такой, что если ехать с правой стороны, то задевает башмаком там всеми этими частями и может запросто вырвать. И то даже с этой полосы нужно тихонько проезжать. Что-то у меня он уже сейчас. Поехали. Мысли уже путаются. Так, в салоне никого, это точно. Поехали. Диспетчер он уже свалила. Так, что там стоит-то? Ну, сейчас узнаем. Газелька, и за ней вон
КамАЗ коммунальный. Потом мне издалека показалось, что вообще что-то вроде асфальтоукладчика. Поэтому немного и удивился. Не снимал, но смена была не из легких, немного измотала, поэтому извиняюсь, если что, если ничего особо не болтал, к этому я и веду. Вечик, вечик. С улицы возьмите. Сейчас. Ну ладно, хотя бы так. Ой-ой-ой. Убери шуку. Все. Вот ведь. Ага. До свидания. До свидания. Ой, у кого-то. Ладно. Сейчас, подожди. Ладно, в общем. Всем спасибо за просмотр и до встречи.